Доброе утро, друзья! Сегодня у нас очень вкусное блюдо, запеченные в духовке овощи в кисло-сладком соусе. Запекать я буду 2 кабачка цукини и 2 перчика сладких, красный и желтый. Вы можете запекать ваши любимые овощи. Вначале нарезаю 1 кабачок брусочками толщиной примерно 1 см. Добавляю 3 чайной ложки соли, немножко черного молотого перца и примерно десертную ложку растительного масла. Хорошо перемешать и выложить на противень на пергамент. Сладкий перчик и желтый, и красный очистить от семян и нарезать тоже брусочками толщиной 1 см. Добавить соль, перец, растительное масло. Перемешать. Выложить на противень. Также нарезать на брусочки 2 кабачок, приправить специями и маслом и выложить на противень. Запекать овощи в духовом шкафу при температуре 200 градусов 30 минут. Пока овощи запекаются, готовим очень вкусный кисло-сладкий соус. Выдавливаем сок половины лимона, добавляем 1 чайную ложку меда, щепотку соли и щепотку перца. Нарезаем зелень петрушки, измельчаем чесночок. Добавляем растительное масло и перемешиваем. Очень вкусная ароматная заправка готова. Овощи хорошо запеклись. Вытаскиваем из духовки и даем им немножечко остыть. Перекладываем в салатник с заправкой и перемешиваем. Вот такие очень вкусные запеченные в духовке овощи получились. При такой термической обработке сохраняются все витамины и вкусовые качества. Пробуйте, готовьте. Приятного всем аппетита!